Министерство культуры Красноярского края запретило реконструировать здание Красноярского музея «Мемориал Победы». Директор музея Татьяна Ивлева пожаловалась. Третий зал в здании отдали подростковой военно-патриотической организации «Пост номер один», которая несет караул у вечного огня. Теперь музей не может полноценно функционировать, а 20 подросткам приходится проводить занятия в помещении не более 20 квадратных метров. Решение нашли. Автор проекта музея Рагди Мирханов доработал проект, в котором учел второй этаж под музей. В таком случае первый ярус полностью оборудуют для работы поста. Также озвучивали еще одну идею. Это пристройка к самому зданию, расширение музейных площадей, в том числе под новые экспозиции и помещение для работы с посетителями, которые улучшат качество оказания наших услуг. И мы надеемся, что Петр Иванович нас в этом поддержит. Ни один из вариантов Министерство культуры не принимает, несмотря на то, что он согласован с разработчиком проекта. Объект культурного наследия реконструкции не подлежит. За помощью руководство обратилось к депутату Госдумы Петру Пимашкову. Тот, в свою очередь, поддержал руководство музея и пообещал помочь. Я думаю, что общими усилиями и с администрацией города, с администрацией края, общими усилиями мы найдем решение. Мы обязаны найти решение, чтобы здесь было все достойно.